And I'm glad to give the floor to Prigozhina Kira Borisovna и Муратова Ольги Анатольевне из Российского экономического университета имени Плеханова с докладом «Современный цифровой образовательный инструментарий преподавателя вуза для развития способности к критическому мышлению и межкультурному взаимодействию». Yes, dear colleagues, I hope you see the screen. Yeah, the presentation I have shared. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что вам видно экран. Мы вместе с моей коллегой представляем Плехановский государственный университет, и сегодня мы хотели бы поговорить о разных цифровых инструмента, который мы используем для развития у студентов навыков критического мышления и межкультурной компетенции. Именно таким образом, как мы занимаемся этим у нас в университете. Несколько лет тому назад мы запустили такой курс для студентов магистратуры. Этот курс проводился онлайн, и он состоял из лекций, семинаров, различных тестов и этот курс, вы можете видеть его план примерно на слайде. Курс был нацелен на магистрантов, как я уже сказала, которые занимаются межкультурной коммуникацией, и он был также нацелен на формирование у них навыков критического мышления и межкультурной компетенции коммуникации в цифровой среде. И передаю слово своей коллеге. И мы разработали различные навыки критического мышления и межкультурной коммуникации и провели с этой целью опрос в нашем университете для того, чтобы выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты нашего университета, в целом в высших образовательных учреждениях. И для того, чтобы выбрать определенные навыки, отобрать и выявить их, мы использовали следующие методы, их можно увидеть на следующем слайде. So the next slide. Можно, пожалуйста, следующий слайд, да, спасибо. Итак, мы использовали такие системы культурных моделей, и здесь можно посмотреть на те ключевые модели, которые мы использовали для разработки навыков, для определения навыков межкультурной компетенции. И что касается результатов опроса наших студентов, можно посмотреть их на следующем слайде. Мы проводили его не только в нашем высшем учебном заведении, мы решили распространить его и на другие вузы, и представители российских и иностранных компаний. И главной целью этого опроса было выявить, какие же именно основные вызовы, проблемы существуют в межкультурной профессиональной коммуникации. Например, когда мы общаемся с представителями других культур в бизнес-среде и в цифровой среде, и основные проблемы, которые мы выявили, вы можете видеть на этом слайде, и по итогам нашего исследования мы выделили три основные группы. Как вы знаете, ситуация неопределенности, она очень сильно влияет на формирование таких навыков, и эти вызовы, как я уже сказала, мы распределили на три группы. Эти вызовы, эти три группы касались таких видов неопределенности, как отсутствие должной информации, которая была бы связана со временем и местом коммуникации, кроме того, с предметом и объектом коммуникации и дискурса. После этого, основываясь на этих фактах, на этих результатах исследования, мы сгруппировали эти вызовы в три основные категории, и у нас получились вызовы разной степени неопределенности, низкой, средней и высокой, и в соответствии с этим определили, выявили определенные навыки, которые должны развивать у себя студенты, в том числе навыки критического мышления, чтобы справиться с этими вызовами. Мы выявили, опять же, по результатам нашего исследования, что студенты должны использовать самые разные навыки критического мышления.
И также мы обратились к когнитивной психологии, бихевиоральной психологии для того, чтобы определить все-таки, каким образом им эти навыки применять. Итак, для того, чтобы преодолеть существующие проблемы и подготовить наших студентов к успешной и профессиональной коммуникации в будущем, мы здесь распределили, опять же, как вы видите на этом слайде, здесь навыки критического мышления распределены на несколько групп, и уровень этих навыков критического мышления зависит от уровня неопределенности каждой группы. И в процессе мы сформировали список таких цифровых инструментов, которые помогают формировать навыки критического мышления на занятиях в ВУЗе. Сейчас я бы хотела передать слово своей коллеге. Цифровизация образования, как вы можете видеть на этом слайде, мы назвали ее Smart образование, и вы видите нашу предложенную расшифровку этой аббревиатуры, и мы использовали определенные цифровые программы, определенные приложения, перечень которых вы видите на этом слайде. И те платформы, инструменты, которые мы отобрали для нашего курса по межкультурной коммуникации, вы видите, здесь выделены две основных платформы, которые помогают студентам вырабатывать у себя навыки критического мышления. И в соответствии с программой нашего курса мы начали с лекций. И решили для начала отобрать те цифровые инструменты, которые вы видите здесь на слайде Nearpod и WookLab. И я хотела бы сейчас вкратце поговорить о Nearpod и его основных чертах и характеристиках. Посмотрите, вот здесь вы видите те навыки, которым помогает разрабатывать. Вы видите, что в Nearpod можно создавать слайды, и студенты могут отвечать вот путем drag and drop в онлайн, и преподаватель в реальном времени видит, какие они дают ответы. Мы видим, что здесь студент дал несколько правильных ответов. Дальше, опять же, в режиме реального времени можно посмотреть, как студенты дают определение некоторых межкультурных концептов. Например, в данном случае мы говорим о культуре, которая основана на высокой власти авторитетов или на низкой власти авторитетов. И Nearpod также помогает создавать самые разные виды, самые разные форматы деятельности, самые разные форматы заданий. И очень многие виды этих заданий являются интерактивными по своей сути. Следующий инструмент, который мы использовали для создания таких интерактивных заданий, называется WookLab. Посмотрите, здесь на слайде представлены разные виды заданий, разные вопросы, которые мы попросили наших студентов ответить. У вас осталось 2 минуты до конца, пожалуйста, чуть-чуть ускорьтесь. Итак, здесь вкратце я хотела бы сказать о том, что вы можете посмотреть видео, студенты видит вопросы, а преподаватель в то же самое время видит ответы, которые эти студенты дают. Как я уже сказала, поскольку мне придется ускориться, я не смогу вдаваться в подробности, но тем не менее вы можете сами познакомиться с этим ресурсом. И вот есть еще один инструмент под названием padlet.com. И самое интересное здесь то, что студенты могут загружать какой-то свой видеоконтент. Over to my colleague with the project. Yeah, very briefly, I hope so.
И сейчас я бы хотела передать слово своей коллеге, которая подробнее расскажет о проектной работе. Студенты используют такой прием, как рисование mind maps, таких карт ментальных, что называется. Посмотрите, как выглядит результат их проектной работы, где они объясняли разные виды культурных концептов, и это помогает им в том числе развивать свои межкультурные навыки. Да, я думаю, что мы можем переходить к следующему слайду. Вы видите, что студенты могут на этом сайте давать свои какие-то собственные, писать собственные имена на шкале того, как легко они коммуницируют с разными, с представителями разных культур. И таким образом мы можем выявлять конфликтный потенциал в межкультурной коммуникации. Посмотрите, вот каким образом студенты могут использовать этот ресурс. Они могут загружать сюда эту информацию, которую они хотели бы обсудить на занятии. И, наконец, еще один вид проектной деятельности — это кейс-стадии, основанные, опять же, на разных культурах. И студенты работают совместно в Google Docs, анализируют этот кейс-стади, и студентам этот вид работы очень нравится, использование онлайн-платформ очень нравится, то, что можно поработать вместе в команде. Некоторые студенты даже написали, что некоторые слайды были слишком интерактивными, это мы воспринимаем скорее как комплимент. И в итоге, что хочется сказать в конце, что вот этот тот набор инструментов цифровых, которые мы используем в своем курсе для развития эффективных навыков, психологических, когнитивных и бихевиоральных, и опять же, использование такого цифрового инструментария помогает разнообразить наши занятия, открывает новые горизонты для наших студентов и не позволяет нам быть слишком консервативными в разработке наших курсов. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Thank you so much for your marvelous presentation. Any questions? Спасибо вам большое за ваше замечательное выступление. Есть ли вопросы? Я хотела бы задать вопрос. Вопрос такой. Во-первых, конечно, спасибо вам за ваше выступление. Немножко трудно было следить за вашей мыслью. Я хотела бы спросить, вот те инструменты, тот инструментарий, которым вы с нами поделили, который расположен на этих платформах, у нас, а мы используем андроидные устройства, вот можно ли их использовать в компьютерных классах, вот тот инструментарий, которым вы пользуетесь? Спасибо. Наши студенты многие тоже использовали андроиды-системы, и мы проводили занятия через Zoom. Мы всегда с ними и делились экраном, то есть мы могли использовать этот режим. И мы самые разные использовали возможности. Студенты всегда могли задавать вопросы, они могли что-то отдельно обсуждать, так сказать, вот в более узком составе. И все это использовалось, было очень полезным. И вот эти платформы, которые мы использовали, и те устройства, которыми пользовались студентами, были очень полезны. И у меня еще, если можно, есть вопрос. Сколько преподавателей участвовали вот в этой работе? Я отвечала за чтение лекций,
И у нас было... У нас были семинары, было 4 преподавателя, которые работали здесь. И для нас было не очень просто начать эту работу. Вот эти все программы, платформы. Вот, допустим, мы начинаем с чем-то работать, понимаем, что возникают проблемы, ищем пути решения этих проблем. Но, тем не менее, я хотела бы сказать, что студенты получили большое удовлетворение от этой работы. И они были просто в восторге от такой работы. И наша цель, которую мы поставили перед собой, была достигнута. Да, мы добились того, чего хотели, того, в чем, что нам было необходимо. Дорогие коллеги, мы предоставляем ссылочку на нашу презентацию вот в тексте. Спасибо, коллеги. Мы должны продолжать и передаем слово следующему выступающему. Я прошу, Мария Валерьевна из Московского государственного лингвистического университета Романова. Она будет говорить об изменении психологических и социальных характеристик студентов. Большое за такую возможность. Ну, прошу прощения, коллеги, добавить немножко ложку дегтя, бочку меда цифровых технологий и да, восторга от цифровизации. Мой доклад, наверное, будет сопричастен к пленарному докладу профессора Куликова Ольги Викторовны и прозвучит в пандан, потому что, вне всякого сомнения, цифровая среда является в наши дни трансформирующим социальным контекстом, влияющим на все элементы и характер процесса межличностной коммуникации. И, конечно же, опосредует развитие современного учащегося, а именно его навыки межличностного общения и когнитивные процессы. Что мы наблюдаем каждый день в аудитории? Мы видим, что смартфоны становятся приоритетным способом выхода в интернет. Растет продолжительность его использования. У многих старших подростков с их информационной роли в социальных сетях трансформируется в персональную идентичность и во многом становится личностной характеристикой молодого человека. С расширением сетевого общения имеет место проявление даже мнимой идентичности и тотальный уход в чисто виртуальные контакты. В целом же специалисты в области психологии и педагогики, на слайде вы можете видеть работу, которую мы заимствовали в нашем исследовании, говорят о доминировании у современных подростков социальных переживаний, обусловленных стремлением спрятаться от сложностей, связанных с реальной межличностной социализацией, и тем более социализацией в нашем сложном меняющемся мире. Социальные же сети со своей стороны – и виртуальное пространство предоставляет большие возможности для поиска групп идентичности, позволяет расширить границы самоопределения личности. Но при этом следует заметить, что данное обстоятельство, поиск вот этих групп по интересам, одновременно связан с увеличением ответственности за выбор тех или иных социальных контактов. И это может приводить к повышению тревожности молодых людей и боязни новых незнакомых ситуаций. Феномен тревожности, как проявление индивидуальной психологической особенности, приобретает в настоящее время масштабности представителей цифрового поколения. Можно полагать, что данная тревожность обусловлена не только фактором неопределенности в связи с трансформационным переходом в цифровую эпоху, но и психологическим напряжением из старшего поколения, ну то есть нас, вызванной неуверенностью и опасением грядущих изменений. Старшее поколение, утратив авторитет традиционной иерархии поколенческой цепочки по передаче жизненного и культурного опыта младшему, само находится в состоянии поиска собственной социальной идентичности в условиях повсеместной цифровизации. Тем самым не дает младшему поколению психологической опоры и уверенности в завтрашнем дне. Все это порождает у подростков и юношей тревогу в отношениях к собственному будущему, которое не видится им позитивным и стабильным. И в этих условиях интернет-пространство и виртуальный образ жизни предоставляют современному молодому поколению эффективную площадку для выстраивания психологически комфортного мира в рамках индивидуалистического стандарта жизни.
Это несет в себе опасность разрыва реального и виртуального образа жизни и снижает у индивидуума ощущение повседневных рисков и реальности как таковой, делает его уязвимым в стрессовых и неблагоприятных жизненных ситуациях, что может приводить к уходу от реального мира и так называемой цифровой аутизации. Таким образом, массивное погружение в цифровое пространство не несет в себе такой уж большой потенциал когнитивного развития, но вместе с тем оно разрушает социальные предпосылки для развития традиционных коммуникативных умений, включающих способность индивида правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению. Более того, современные ученые в области психиатрии, психологии, педагогики, социологии, нейробиологии и других смежных областей наук. На слайде вы можете видеть работы, которые мы использовали в нашем исследовании, отмечают, что значительная погруженность в цифровую среду может приводить к личностным деформациям в когнитивной, эмоциональной и социальной сферах, но в частности к снижению критичности мышления, повышению субъективного чувства одиночества, склонности к депрессиям, тревожности, избеганию межличностных контактов. И в рамках когнитивно-поведенческого подхода данные психические проявления рассматриваются как вариант уже избегающего поведения или, как его называют, режим отстраненного самоуспокоения, влияющего не только на интеллектуальную, но и эмоционально-волевую сферу и в настоящее время рассматривается как проявление цифрового аутизма. Но прежде чем рассмотреть проблему цифрового аутизма в ракурсе, возможно, необходимых изменений, сложившихся традиционных подходов образование личности учащегося, стоит оговорить, что данные личностные деформации нами не идентифицируются как медицинские проблемы, то есть заболевания, требующие медицинского вмешательства. Они более связаны с переоценкой поведенческих паттернов, считавшихся раньше нормой. И, на наш взгляд, они создают именно вот такие новые поведенческие паттерны, создают определенный вызов традиционной образовательной системе. Но в целом, если начинать говорить о аутизме, цифровом аутизме, важно отметить, что вот в качестве медицинского диагноза мы рассматриваем классическую психотерапевтическую интерпретацию в рамках психосоциальной модели патогенеза, для которого необходимо сочетание трех групп индивидуальных факторов, как вы видите на слайде, или доменов, как они называют, а именно генетического, личностного и социального. Все эти домены важны для возникновения, развития и поддержания заболевания, они тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно, а представляют собой именно этиопатогенетический комплекс. Основным базовым является, конечно же, генетический. Он влияет на прочие группы факторов и генетически существенно усиливает вероятность развития заболевания до 90% в случае наличия определенного триггера. Генетический фактор сопряжен с проявлением личностного домена, который отвечает за особенности уже темперамента личности, его характера и других специфических черт. И личностные факторы при наличии определенного триггера и соответствующих условий уже могут быть заметны, то есть манифестироваться в предболезни будущего больного как проявление предрасположенности к данному заболеванию. То есть это будет видно уже в процессе коммуникации с человеком. И влияние социальных факторов, а это особенность микро- и макросоциального окружения, недостаточно велико, это около 20-30%, но только при сочетании схождения генетического личностного. Тем самым можем говорить, что манифестация исключительно цифрового аутизма или аутизма как болезни может рассматриваться как заболевание, да, и которое нуждает порождает в себе потребность медицинского вмешательства и именно происхождение этих трех доменов. Поэтому современные исследователи придерживаются довольно-таки фронтальных точек зрения. Является ли цифровая среда условием для срабатывания триггеров вот данных всех трех доменов? Одни однозначно видят в ней угрозу для психического здоровья современного человека, и здесь вы узнаете
слова нашего известного психотерапевта Курпатова, профессора Шпицера. Другие же склонны полагать, что влияние цифровизации на риск формирования цифрового аутизма не так велико. И для подтверждения данного факта требуется дополнительное лонгитюдное исследование. Но, простите, пожалуйста, у вас две минуты до конца. Да, конечно, спасибо. Извините, спасибо. Но, собственно, поднимая проблему цифрового аутизма, поскольку мы в нашем исследовании полагаем, что все-таки симптоматика, она хоть и сходная с заболеванием, но существует и проявляется, важно оговорить, что понимается под данным явлением. Тогда ради экономии времени вы можете ознакомиться на слайде. Я говорю, что понятие цифрового аутизма или аутизма гаджетов было введено румынским психологом Мариусом Замфиром, и, собственно, этой теме посвящены его исследования, результатом которого явилось определение того, что разница между классическим и виртуальным аутизмом заключается в том, что в первом случае мы говорим о биологическом, неврологическом недоразвитии, это как раз наш этиопатогенетический комплекс, а во втором это действительно деградация нейроразвития человека, вызванного воздействием виртуальной реальности. И при этом, по словам Замфира, практически невозможно отличить аутизм виртуальный, то есть который развился в результате неконтролируемого воздействия на психику ребенка гаджетов, от классического, потому что симптомы совершенно одинаковые. И очевидно, что отличие реального аутизма от виртуального пролегает в исследовании индивида на предмет генетических факторов, риска схождения доменов для реализации именно уже психической патологии. Ну, я еще отмечу исследования американских специалистов, которые провели в 2020 году, как раз в самый разгар пандемии, на предмет обозрения психического здоровья подростков в эпоху цифровых технологий. И там тоже результаты показали неоднозначное, скажем, доказательство причинно-следственной связи отношений развития цифрового аутизма и погружения в цифровую среду. И перейду уже к нашим непосредственно выводам для процесса обучения. Итак, как нам видится, прежде всего, манифестация этих симптомов цифрового аутизма, а именно выраженного в избегании межличностной коммуникации и социальной реальной интеракции, несет в себе скрытые угрозы. Прежде всего, будет страдать технология обучения в сотрудничестве, которая, на наш взгляд, несет значительный потенциал для эффективного обучения, ну, в частности, иностранным языкам, поскольку решение учебных задач при взаимодействии учащихся друг с другом предусматривает как раз все уровни общения. Одновременно обучение в сотрудничестве – это социальное общение, и в ходе коммуникации на время занятий учащиеся поочередно выполняют свои социальные роли. Лидеры, исполнители, организаторы, докладчик, эксперт, исследователь и так далее. В силу проявления феномена цифрового аутизма в настоящее время педагоги отмечают учащихся избегание групповых и парных форм взаимодействия на уроке иностранного языка, даже при четкой формулировке условий группового выполнения заданий. Обучение в дистанте, на наш взгляд, также способствует усилению этого поведенческого паттерна. И в целом можно говорить, что год локдауна с сокращением практики межличностной реальной коммуникации добавил негативного воздействия на коммуникативные умения учащихся как на родном, так и иностранном языке. Подводя итог такой краткого обзора, насколько, да, можно было обозреть глубину проблемы, нам бы хотелось подчеркнуть, что увлечение форматом цифровой коммуникации формирует все-таки у современного индивида тренд предпочтения виртуального контакта прямому межличностному, что в целом приводит к ослабеванию навыков реального общения, где актуализируются все аспекты коммуникативных умений, регулятивные, эффективные, информационные. Конечно же, страдает эмоциональный интеллект, редуцируется эмпатия, способность межличностного взаимодействия в рамках традиционных норм социального поведения. Отвечая на вопрос, что делать, хочется кратко прокомментировать, что, конечно же, уже в связи с идущими переменами, наверное, в рамках уже тогда смарт-образования, как адаптивная реализация образовательного процесса, скорее всего, придется интегрировать парадигму обучения, в том числе и умение
общаться, межличностно общаться как и на родном, так и на иностранном языке. Скорее всего, как раз умение культуры общения и знание этикета будут интегрированы в лингвистическую подготовку всех учащихся, вне зависимости от их будущей специальности, и, наверное, войдут в том числе как soft skills в содержание образовательных программ. Благодарю. Спасибо вас. Большое. Спасибо большое, Мария Валерьевна. Очень интересный доклад. Большая просьба ко всем участникам следить за регламентом, чтобы мы успели послушать всех, потому что сейчас мы немножко превысили отведенное время, и я надеюсь, что у нас будет возможность задать вопросы уважаемому докладчику по этому докладу уже в конце, когда мы закончим слушать всех остальных коллег. И, пожалуйста, у меня есть еще одна просьба, опять же, организационного плана. Следите, пожалуйста, чтобы, когда вы не выступаете, ваши микрофоны были выключены, потому что не всегда есть техническая возможность отключить, а иногда посторонние шумы, случайные посторонние шумы могут помешать. Это такая маленькая просьба от организаторов. Еще раз спасибо большое за очень интересный доклад. И следующий докладчик – Назаренко Алла Леонидовна, Московский государственный университет имени Ломоносова. Способы реализации тьюторской поддержки удаленных обучающихся в цифровой среде. Возможно, Алла Леонидовна как раз покажет пути интеграции вот этих двух вопросов, которые мы уже успели услышать сегодня, да, двух проблем. Да, спасибо большое. Действительно, наверное, в моем сообщении будут затронуты, правда, под другим углом зрения, те вопросы, которые получили такое развернутое освещение в предыдущем, в частности, докладе. Ну вот, перейду к своему сообщению. Глобальная цифровизация потребовала... Прошу прощения, может быть, F5 вы нажмете у себя на презентации, чтобы у нас полностью было... Так, мы полностью видели слайд-шоу, вот сюда вот нажмите. А, все. Вот так. Да, спасибо большое. Да, извините, пожалуйста, извините. Глобальная цифровизация потребовала активной модернизации высшего образования на базе информационно-коммуникационных и мобильных технологий, интегрирования их в учебный процесс, широкого использования смешанного обучения и дистанционного обучения с целью обеспечения возможности получения образования на протяжении всей жизни. Пандемия 2020-2021 годов резко усилила значимость дистанционного обучения. Однако остается еще достаточно много проблем на пути достижения его высокого качества и эффективности. Одной из них является проблема тьюторского сопровождения. Термин «тьютор» был использован в дистанционном обучении в связи с особой ролью преподавателя в этой форме обучения. Большинство исследователей считает, что основная роль тьютора – быть помощником и наставником – facilitator в англоязычной традиции, вот наставником, помощником каждому в обучении, а также обладать умениями развивать онлайн-сотрудничество, создавать атмосферу открытости, взаимопонимания и доверия в группе обучающихся, что будет способствовать комфортному коллективному обучению и приобретению знаний. В дистанционном асинхронном онлайн-обучении, где процессы преподавания и изучения разобщены временем и пространством, учащиеся работают автономно, и ответственность за образовательные результаты лежит на них самих. Это вызов, с которыми не все справляются с легкостью. Иначе говоря, во время всего периода обучения студент нуждается в руководстве и поддержке тьютора в возникающих проблемных ситуациях и академических трудностях. В разобщенном учебном процессе обучающийся должен быть очень активен в построении своего нового знания. Тьютор же должен быть proactive, упреждающий активен. Он вступает в действие сразу, чтобы помочь всем подопечным разобраться с учебными ресурсами и наладить их взаимодействие между участниками учебного процесса. Эти взаимодействия определяются принципами социоконструктивистской педагогики, которая признает социальную природу знания и его создание в умах отдельных учащихся. Обучающие
не просто транслирует знания для его пассивного потребления обучающимся, но каждый обучающийся конструирует новые знания, которые интегрируются с уже существующими в его когнитивном опыте. Существует довольно много моделей социального конструктивизма в обучении, но все они имеют общее положение, подчеркивающее, среди прочего, важность личностно ориентированной обучающей среды и коллективного обсуждения нового знания во всех моделях социального конструктивизма. Особенно важным является личностно ориентированная направленность обучающей среды и коллективное обсуждение нового знания, его оценка и применение в реальных жизненных ситуациях. Эти условия особенно важны именно для дистанционного обучения в цифровой среде, где участники процесса обучения распределены в пространстве и во времени, и таким образом социальный контекст как бы автоматически исключается, как и возможность реализации всех прогрессивных педагогических подходов, имеющих в основе социальную природу обучения. Территориальная разобщенность также может порождать у удаленных учащихся чувство одиночества, изолированности, вот то, о чем говорил предыдущий оратор, что, в свою очередь, вызывает неуверенность и демотивирует к учебе. Одной из признанных стратегий по преодолению ощущения разобщенности и максимально возможному приближению формата дистанционного обучения к привычным, комфортным, так сказать, условиям традиционного очного обучения является создание виртуального обучающегося сообщества. В трудах известных отечественных и зарубежных психологов и педагогов Выгодского, Пиаже и других подчеркивалось значение обучения в социальном контексте и через социализацию, на основе чего был сформулирован принцип обучения в сотрудничестве, предполагающий достижение учащимися учебных целей в процессе совместной деятельности. Успешная совместная деятельность удаленных учащихся происходит в условиях формирования сплоченного виртуального сообщества людей, объединенных не только общими учебными целями, но даже и эмоциональными отношениями. Создание обучающегося сообщества – это, конечно, одна из задач и функций тьютора. В западной традиции для обозначения обучающегося сообщества часто используется термин «the community of inquiry», сокращенно COI. Понятие COI, изучающее или исследовательское сообщество, имеет как бы две ипостаси. Первая – физическая. Это группа лиц, вовлеченных в процесс эмпирического или концептуального исследования проблемных ситуаций. А вторая – умозрительная, теоретический конструкт, представляющий собой процесс приобретения осознанного коллаборативно-конструктивистского опыта обучения через включение и развитие трех взаимосвязанных элементов – социального, когнитивного и обучающего виртуальных присутствий. Социальное присутствие – social presence – это способность участников идентифицировать себя с сообществом, целенаправленно общаться в располагающей к доверию среде и устанавливать и поддерживать межличностные отношения, проявляя свои личностные качества. Остальные вы видите на экране, не буду зачитывать для сокращения времени. В авторском дистанционном курсе на английском языке «Мир Британии» сделана попытка реализовать тьюторское сопровождение, используя концепцию виртуального обучающегося сообщества с включением всех видов виртуального присутствия. Курс читается в асинхронном режиме для слушателей программы переподготовки учителей в рамках дополнительного образования. Асинхронный режим предполагает бесконтактный учебный процесс при разобщенности обучающего и обучающихся в пространстве и во времени. Этот формат сразу выводит на передовые позиции фактор обучающего присутствия. От умений тьютора подготовить стартовую площадку для запуска курса, то есть спланировать и организовать виртуальную обучающую среду, во многом зависит включение механизмов социального и когнитивного присутствия и в конечном итоге успех в достижении целей обучающимся сообществом. Сайт курса имеет дружественный интерфейс, интуитивно понятный обучающимся.
Избыточность информации, повторение в разных разделах сайта делают поиск максимально легким. Вы видите, что, возможно, не все знают, этот сайт расположен на платформе PowerSchool Learning или Haiku. В меню сайта четко выделяются слева в вертикальном меню информационно-организационные и содержательные блоки. Вот мы видим информационно-организационный слева. А содержательный контент курса сегментирован на тематические модули, имеющие стандартную структуру. Поэтому студенты быстро адаптируются к ней и чувствуют себя уже уверенно в знакомой среде. Англоязычные источники информации, которые предлагаются в качестве учебного материала по теме модуля, разноуровневые. От текстов разной степени сложности и коротких обучающих видео до лекций ведущих профессоров британских университетов. Это помогает решить проблему индивидуализации обучения. Каждый может использовать источники, соответствующие его уровню владения языком. И в то же время все получают концептуальные знания по одним и тем же темам. Это особенно важно в программах дополнительного образования, куда люди приходят с самым разным уровнем знания английского языка. Типы заданий предусматривают возможность использования как личностно ориентированного, так и социально конструктивистского подходов. В парадигме первого индивидуальные виды деятельности, аннотирование, написание эссе. Вот здесь вы видите аннотации как раз представлены на слайде. Также к ним относится индивидуальный финальный проект. Вот здесь темы, которые предлагаются для индивидуального проекта финального. А ко второму относятся коллективные виды деятельности. Это участие в дискуссиях. Вот здесь вы видите тоже дискуссию. Пример небольшой, скриншот. И работу над групповыми проектами. Вот здесь справа темы этих групповых проектов, которые студенты сами выбирают, сами объединяются в группы. Вот они потом себя вводят группу напротив проекта и в конце концов выкладывают проекты совершенно замечательные, но сейчас нет времени их продемонстрировать. У нас 2 минуты. Да, все, заканчиваю. Выполнение заданий на сайте манифестирует когнитивное присутствие обучающихся, отражает степень их освоения учебного материала. Тьютор осуществляет мониторинг продвижения обучающихся по курсу. Их когнитивное присутствие дает ему четкую картину успехов и слабых мест как отдельных индивидов, так и всего сообщества и сигнализирует о необходимости включиться с поощрением или помощью. Социальное присутствие является всепроникающим. Оно предполагает социализацию и объединение учащихся, оказавшихся в одной группе, в единое обучающееся сообщество. Его создание важно, поскольку возможность поделиться мыслями, впечатлениями и полученным опытом как раз снижает вероятность возникновения чувства изоляции и одиночества. Человек начинает ощущать себя частью коллектива, чувствует себя комфортно в нем, и это позитивно отражается на его успехах в обучении. Опыт создания виртуального обучающего сообщества показал действенность этого подхода. Студенты начали естественно и без напряжения общаться с друг с другом. Через встроенный почтовый сервис также с тьютором и друг с другом, как я уже сказала, приобретали уверенность в публичном выражении своих суждений, в атмосфере доверия и уважения чужого мнения, все больше вовлекаясь в процесс приобретения нового знания и получали явное удовлетворение от учебы. Об этом свидетельствуют также результаты опроса студентов по окончании курса, которые вы видите сейчас на экране. Большое спасибо. Благодарю докладчика. Очень интересный доклад тоже. Есть ли у нас вопросы какие-то? Коллеги? Я думаю, что если вопросы возникнут, мы тоже сможем задать их еще в конце. Спасибо большое. Интересно. И сейчас мы переходим к нашим гостям.
И предоставляем слово Пина Катрионе и Сиюки Бэ из университета Нагасаки. Я прошу прощения, коллеги, если я вдруг неправильно произнесла ваши имена. Извините. Обучение иностранным языком в изменяющихся условиях. Анализ влияния пандемии COVID-19 на преподавание английского языка для специальных целей в университетах Японии. Я думаю, что это бесценная возможность послушать не только, как российские преподаватели справлялись с возникшими трудностями, но поскольку это была общая проблема, общая пандемия, всемирная, то международный опыт, он бесценен. Поэтому с удовольствием послушаем наших коллег из Японии. So, you're welcome. Okay, thank you very much. Okay, I hope you большое can hear. Вам спасибо. Надеюсь, что меня все слышат. Если есть какие-то проблемы, пожалуйста, сразу дайте мне знать. Я сейчас делюсь экраном. Меня зовут Пина Кутроне. И моим со-докладчиком является Сиюки Бэй. Я буду выступать за нас от имени нас обоих. Как вы уже сказали, моя презентация посвящена преподаванию иностранного языка в изменяющихся условиях и воздействию пандемии на преподавание английского языка для специальных целей в университетах Японии. Я даже пропущу несколько слайдов для того, чтобы уложиться в регламент. И хотела бы в целом описать, каким образом выглядит ситуация. Ситуация в японских университетах. Очень много зависит от того, где вы живете. Если вы в Японии проживаете в маленьком городке, то до сих пор остались еще классы офлайн. Если же вы проживаете в более крупном городе, то большинство занятий уже перешли в онлайн-формат. Очень по-разному разные школы отреагировали на пандемию и применялись совершенно разные методики. Большинство школ были не готовы к переходу в онлайн, и разнообразие большое наблюдалось не только среди разных школ, но и среди разных преподавателей. Очень многие чувствовали, что их, в принципе, предоставили сами себе, то есть некоторые считают, что они были брошены на произвол судьбы. У кого-то была предыдущая подготовка в плане цифровизации, в плане цифровых навыков, а у кого-то вообще нет. И во многих случаях очень мало, практически нельзя понять, насколько эффективно было это онлайн-обучение с переходом в цифровой формат. Опять же, я сейчас пропущу какие-то вводные данные изначально и перейду сразу к целям нашего исследования. У нас было основных два вопроса. Первый – каким образом проводились занятия по иностранному языку в японских университетах во время пандемии COVID-19. Мы будем освещать дескриптивный аспект, то есть мы расскажем, как это происходит. Второй вопрос – это как воспринимали преподаватели и студенты свои онлайн-занятия. И третий вопрос, насколько все-таки вот эти онлайн-занятия являются альтернативой офлайн-обучению. Что касается методик, которые мы применяли в ходе нашего исследования, у нас было 346 студентов из университетов в Японии, 25 преподавателей иностранных языков, они представляли 5 различных высших учебных заведений в Японии. Иными словами, преподаватели — это были японцы и иностранные преподаватели, и университеты были государственные, частные, университеты префектур, как в малых городах, так и в крупных городах Японии. То есть вы видите, что выборка была достаточно большая, можно считать ее репрезентативной. Что касается инструментария для сбора данных, мы использовали Google формы, мы залили туда наши анкеты, и там были параллельные анкеты с 13 вопросами, 9 вопросов были закрытого характера, 4 открытого характера. Может быть, если у меня еще останется время, я вам покажу по окончании своей презентации. И участников опрашивали, им дали онлайн опрос, попросили ответить на вопросы по окончании 4 месяцев только одного семестра преподавания онлайн. То есть это было с начала апреля до июля.
Так, каковы были основные результаты нашего исследования? Мне кажется, что это было первые основные результаты заключались в том, что сначала было всем очень сложно, но потом становилось все проще и проще с точки зрения онлайн-образования, то есть опыт улучшался последовательно. Второй момент заключается в том, что многие студенты чувствовали себя очень изолированными и демотивированными из-за того, что социализации в виртуальном формате им не хватало. И, наконец, синхронные методы обучения были гораздо, пользовались большей популярностью, чем асинхронные методы, они показались нам более полезными. И мы использовали такие платформы, как Zoom. И в Японии это оказалось, и у нас был еще один такой метод, очень часто мы записывали какие-то лекции и потом размещали их в онлайн-формате. И вы видите, здесь отмечено, что было, кто занимался в удаленном режиме, кто занимался синхронно, кто занимался асинхронно. И вот 20% здесь — это те, кто занимался и так в смешанном режиме. И мы можем сказать, что мы использовали тоже платформу LNP и комбинировали различные платформы. Какой вывод мы можем сделать? Какие выводы о таком обучении? И мы можем сказать, что более 200 студентов, студенты не очень были опытны в таких формах, у преподавателя немножко больше опыта было. А если измерять уровень удовлетворения, то вы увидите, что здесь у студентов достаточно нейтральное было отношение. Я думаю, что если бы мы немножко поглубже, так сказать, изучили то, что они сами могли добавлять, вот отвечая на вопросы, может быть, мы получили бы немножко больше отрицательных ответов. А вот у преподавателей, вы видите, уровень удовлетворенности этим процессом был больший. И вы видите, что достаточно много студентов показали, что они были вполне удовлетворены. Многие были еще больше удовлетворены, но самый высокий показатель — те, кто достаточно удовлетворен. Те, кто счел возможным заменять занятиями в режиме онлайн обычные занятия лицом к лицу, вы видите, что здесь, так сказать, многие не считают это из студентов желательным, а преподаватели отнеслись к этому более благосклонно. Мы задали вопрос о том, когда, по их мнению, надо использовать такие методы обучения в онлайн. Студенты ответили, больше всего студентов, более 40%, которые сказали только в чрезвычайных ситуациях. Затем где-то около 30 сказали, что это зависит от того, какой это предмет. А когда мы задали вопрос такой же преподавателям, то 40% сказали, это зависит от предмета, который вы преподаете. 20% сказали, что в любое время можно использовать. 16% сказали, что для каких-то конкретных проектов. То есть вы видите, достаточно большая была разница между тем, как восприняли это обучаемые и как восприняли это преподаватели. И некоторые наши общие выводы можно сформулировать таким образом.
обучать в режиме онлайн гораздо труднее, чем на уроках, когда вы лицом к лицу. Преподаватели сказали, что они научились в процессе лучше использовать опыт, приобрели время, приобрели определенный опыт. Студенты в этом контексте обычно продолжают отрицательно относиться к онлайн-обучению. Синхронные уроки были более успешными, чем асинхронные. И есть несколько предложений, которые мы хотели бы высказать. Администрации должны прилагать согласованные усилия для того, чтобы оказывать помощь преподавателям и давать им возможность развиваться в этом направлении. Студентам тоже требуется пройти определенную подготовку и набрать опыт такой работы. Преподаватели должны сами использовать эти возможности для саморазвития, для дальнейшего своего образования, возможности, предоставляемые режимом онлайн. И когда мы используем, так сказать, вот совмещение синхронного и синхронного аспекта, то, в общем, как правило, желательно их объединять и использовать как дополнительный такой элемент работы, например, для выполнения домашнего задания и так далее. И кроме того, я хотела бы сказать, что было бы очень разумно в различные моменты проводить такие опросы студентов по мере разработки и осуществления этого курса онлайн, чтобы убедиться в том, вот, увидеть и оценить, как они воспринимают и материалы, и методику, которую мы применяем. И чтобы решить проблемы широкополосного интернета, нужно, соответственно, осуществить дополнительную техническую подготовку. Я хотел бы сказать, что если у вас есть вопросы, то мы готовы ответить на них. Спасибо. Есть ли вопросы? У меня есть вопрос к вам, если можно. Может быть, я что-то упустила, но каков был возраст студентов, с которыми вы работали? Где-то между 19 и 22 годами. Мы когда-то думали, что японцы больше владеют различными технологическими приемами и технологиями. Это очень большая ошибка, которую делают многие, думая о японцах. В каких-то отношениях технологически действительно Япония продвинута, но когда речь идет о том, как используют технологии в сфере образования, то здесь как раз очень много всего еще надо делать, о том, как их применять и так далее. Многие просто не видели в этом никакой ценности. Они просто считали, что нужно обязательно, чтобы были вот обучаемый и преподаватель, а вот каким-то образом другим это делать просто нельзя. И, возможно, пандемия Японии в этом отношении даже немножко помогла, потому что поняли, вот какова ценность этих технологий, как можно их применять, преодолевать какие-то проблемы. Спасибо. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Спасибо огромное. Было очень интересно послушать вас. А теперь мы переходим к Шан Фентао из Шанхайского университета иностранных языков, Китай. И тема выступления – обсуждение применения мультимедиа в преподавании русского языка в Китае. Вот, спасибо. Вот. Дорогие друзья и коллеги, я сегодня очень рад поделиться моим докладом с вами. И тема моего доклада – это обсуждение применения мультимедиа в преподавании русского языка в Китае. Вот. И я покажу мой доклад
четырех сторон. Первая часть – это преимущество применения мультимедиа в преподавании русского языка. Ведь в связи с изменением социальных потребностей концепции преподавания русского языка также активно изменена. Одновременно с непрерывным развитием техники науки мультимедийные и сетевые технологии еще шире используются во вспомогательном преподавании иностранного языка в университетах в Китае. Вот, первая часть — это преимущество. Преимущество первое — это изменение традиционной модели преподавания. Мультимедийное обучение может выражать изучаемый контент в различных формах, таких как звук, текст, графика и видео. Преподаватели также могут создавать программные учебные курсы с богатым содержанием в зависимости от темпа обучения. Второе – это стимулирование интереса студентов к обучению и повышение эффективности обучения. Знания сцены диалога, которые будут преподавать в мультимедийном обучении, представлены в виде изображения и текстов. И они действительно представлены перед студентами, создавая хорошую аудиовизуальную языковую среду общения для студентов, чтобы помочь студентам понять и освоить полученные ими знания. И третье – это богатые учебные ресурсы. Благодаря этому походу студенты могут узнать о многих аспектах информации, таких как технология, культура, торговля и финансы. Вторая часть – это обсуждение возможностей применения мультимедиа в преподавании русского языка в Китае. Вот мы будем обсуждать два типа курса. Первый тип – это курс русского языка для живых людей. Мы будем обсуждать метод. Первый метод – это повышение способности письменного перевода. Например, преподаватели могут использовать мультимедийные учебные программы для сбора большого количества изображений, образцов материалов и демонстрации студентам различных внешнеторговых писем, документов, образцов счетов и так далее, чтобы студенты могли более интуитивно понимать соответствующие знания. А второй метод – это повышение способности устного перевода. Вот преподаватели могут установить несколько простых тем для торговых переговоров, позволяя студентам моделировать реальную ситуацию торговых переговоров в качестве участников переговоров и вместе обсуждать бизнес-планы, соображения, связанные с переговорами, стратегия и навыки. Третье – это расширение кругозора студентов. В преподавании можно надлежащим образом интегрировать историю, культуру, обычаи, политику и религию и так далее в Китае или в России. Такие учебники уже были в Китае, как география России, русская культура, русская история, современная Россия, составленные профессорами Лина и Тайкуицу и так далее. А второй тип – это курс по русской культуре. Вот в качестве основного курса русских специальностей вот выбор учебных материалов постепенно пришел с учебников русский язык, составленных Пекинским университетом иностранных языков, на новую версию учебников, составленных Хэлунцзянским университетом, которая имеет гораздо большее содержание о национальных условиях и культуре России. И вот еще задачи преподавателями становятся более сложными не только выполнять все аспекты языковой работы, но и объяснять культурные новые знания. Например, Хэлунцзянский научно-технический университет использует мультимедийное программное обеспечение, обучающие веб-сайты, платформы QQ и WeChat,
чтобы создать хорошую учебную атмосферу сейчас тему студентов. Во-вторых, вот в рамках других курсов большинство колледжей и университетов открыли ряд культурных курсов, таких как национальные условия в России, история русской литературы, выборочные чтения русской литературы, прослушивание аудиовизуальных материалов, курсы чтения. Эти курсы превратились в важные предметы в преподавании русского языка. Третья часть — это проблемы в этом процессе. Первая проблема — это слепо подчеркивать учебные материалы и пренебрегать преподаванием. Мультимедиа, вычет звука, вызов и так далее, вот, похоже, принесло преподавателям пользу, но они думают, что в курсе нет необходимости, и качество преподавания может быть автоматически улучшено с помощью программного обеспечения курса. Вторая проблема — это сложное учебное пособие. Для того, чтобы выбрать разумную комбинацию и разумную схему учебных ресурсов, которые соответствуют реальности и актуальности учащихся, а также для лучшей интеграции информационных технологий обучения. Требуется много разработки и производства программного обеспечения. И третье — это главную роль учеников сыграть сложно. Вот. Последняя часть — это пути решения. Первый путь вот, увеличивать капиталовложения в оборудование и создать путь развития объединяющее преподавание и исследования. И второй — это интегрироваться с традиционным обучением. Преподаватели должны обладать современными концепциями образования и преподавания, постоянно принимать новые идеи в науку со временем. И третье — это научить учащихся использовать бытовые ресурсы для самостоятельного обучения. Например, студенты могут получить полезную информацию из учения русского языка на таких платформах WeChat, как Russian MTI, Russian Editor Office, Russian Helm, CRI Russian Broadcasting. К таким ресурсам относятся такие ресурсы в России, например, Русское национальное радио и радио «Эхо Москвы» и так далее. И кроме того, ряд сайтов на китайском языке предоставляют онлайн аудиовизуальные ресурсы, связанные с русским языком. И сайт разделен на две части — русскую и китайскую, и представляет большое количество аудиовизуальных материалов, различные тематики, посвященные таким темам, как русский салон, чайная комната, Катюша, русская литература. И вот, кроме того, русская версия China Radio International представляет собой информационный ресурс для онлайн-прослушивания. Ну вот, все. Это мой список литературы. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Было очень интересно и очень приятно слушать. Вопросы, коллеги? Я задам вопрос тогда. Если сравнивать, вот мы только что поговорили про японскую аудиторию, которая не готова к онлайн-обучению и заменить ее на новые формы онлайн-обучения, в Китае в среднем, по вашим оценкам, насколько студенты готовы перейти на новые формы образования и как сильно вы видите дальнейшую интеграцию и использование цифровых форм обучения? Вот, спасибо за ваш вопрос. На самом деле, например, в нашем университете, Шанхайском университете иностранных языков, большинство, примерно 90%
студентов или магистрантов уже принимаются такие образы обучения, вот такие мультиметные обучения. На уроках или на занятиях они могут пользоваться PPT или видео звуком скачать, которые они скачаются из интернета. Кроме того, вы знаете, WeChat и QQ очень важны для нашей жизни в Китае. Поэтому после урока они обычно можно выполнять задания через эти платформы. Вот, спасибо. Спасибо большое. Можно вопрос еще один? Да? Пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, вы перечислили аутентичные источники средств массовой информации, которые вы используете для изучения русского языка и культуры. Вопрос. Что определило ваш выбор, и не могли бы вы еще раз перечислить те аутентичные источники, которые вы используете? Спасибо. А еще другие ресурсы. Вот сначала это программное обеспечение, например, PPT или вот MIPS and другие это вот материалы, которые я скачаю из интернета на сайтах, например, русский том, это китайский сайт в нашей стране, на этом сайте многие ресурсы и например, видео, звуки, и вот еще другие, China Radio International, это можно слушать звуки через программное обеспечение, так на китайском языке Сималая. Вот это мой ответ, спасибо. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Да, еще раз благодарю за ваш доклад. И двигаемся дальше. Если у нас нет вопросов, если вопросы появятся, то, опять же, у нас будет еще, надеюсь, возможность задать их в конце нашего заседания, в конце работы нашей секции. А сейчас я предоставляю слово Зульфие Шахин из Анкарского университета из Турции. «Проблема мотивации студентов» на уроках русского как иностранного в дистанционном и онлайн форматах. Мотивация – это очень важная тема, и я думаю, что актуальная для всех стран, а уж тем более, когда занятия проходят в онлайн формате. Дорогие друзья, я в начале своего выступления хотела бы поблагодарить организаторов конференции и за предоставленную возможность, и выразить благодарность за безупречную организацию. Несказанно рада возможности пообщаться с коллегами. И мое выступление будет попыткой на примере студентов Анкарского университета программы бакалавриата, изучающих русский язык по специальности «Русский язык и литература», описать и определить особенности обучения русскому как иностранному в онлайн-формате и сделать акцент именно на проблему мотивации. Ну, главным источником, конечно, информации, с которой я хотела бы с вами поделиться, будет профессиональное наблюдение за этим процессом на протяжении 2,5 семестров.
Ну, я вначале хотела бы немножко рассказать об истории, о том, как мы, как происходил, как быстро происходил вынужденный переход в онлайн-формат у нас в Турции. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Турции был зафиксирован 11 марта, и стремительное распространение вируса и неопределенность ситуации стало причиной принятия 16 марта 2020 года решения о приостановке обучения во всех высших учебных заведениях сроком на 3 недели. Для решения связанных с пандемией проблем 13 марта 2020 года Министерством высшего образования Турции была создана комиссия по цифровой трансформации высшего образования, и в сфере деятельности этой комиссии были определены следующие направления. Законодательное, которое должно было отрегулировать юридическую возможность перевода в онлайн-формат очного образования. Инфраструктурное должно было исследовать, насколько университеты способны перейти к онлайн-формату. Профессиональное, которое это направление должно было очень быстро подготовить преподавателей к новой форме образования, преподавания. Содержательное направление занималось сравнением и соответствием и возможностью вообще очной формы содержания, именно программного содержания образования и программы, насколько возможно было программу перевести, вот существующую программу в онлайн-формат. Ну а практическое направление занималось решением проблем по ходу их поступления и просто как бы очень оперативно пыталось решить насущные проблемы. Так вот, работа этой комиссии определила, что в 123 турецких университетах из существующих 209 уже ведется дистанционное обучение и налажена инфраструктура, которая позволяет перейти в онлайн-формат. В число университетов с налаженной инфраструктурой и системой дистанционной формы обучения входил и Анкарский университет. Наличие готовой инфраструктуры в университете позволило уже 6 апреля 2020 года полностью перейти в онлайн-формат. Но несмотря на то, что в университете уже существовала форма дистанционного обучения с технической базой для онлайн-формата, опыта преподавания языков в подобном формате в университете не было. И новая форма обучения стала новым опытом как для студентов, так и для профессорского преподавательского состава. Но переход в онлайн-формат бесспорно был единственно возможным решением в условиях мировой пандемии. Мы до сих пор продолжаем обучение именно в онлайн-формате. То есть на протяжении 2,5 семестров мы находимся в онлайн-формате. Наличие технической базы, к сожалению, не стало гарантом успешного обучения в новом формате. Новая система обучения породила новые проблемы, и причем они кардинально отличаются от существовавших прежде. Опыт преподавания русского языка в онлайн-формате выявил проблемы по самым разным направлениям, среди которых проблема мотивации и эмоционального поведения студентов в онлайн-обучении представляется, на мой взгляд, одной из важнейших. Переход от традиционных занятий в аудиториях к онлайн-формату полностью изменил процесс обучения. В рамках очной формы роль студента четко определялась методикой и традицией преподавания предмета. Исходя из этого, студент выполнял проверенные и определенные методикой установки, которые, в свою очередь, являлись гарантом получения знаний. В этом понимании студенческая роль была относительно пассивной. В новых условиях студент практически полностью лишился подобных установок,
по двум основным причинам. Во-первых, онлайн-формат изначально предполагает иную роль студента. Во-вторых, онлайн-методика преподавания языков еще находится на стадии формирования. Таким образом, студент оказался в совершенно новых и неопределенных условиях, и теперь от него требовалось большое количество активных действий и большое количество самостоятельной работы. Сравнительные исследования в области очного и онлайн-обучения в целом пришли к выводу, что очная форма обучения в большей степени централизуется на преподавателе, в то время как онлайн-формат на студенте, и что в онлайн-обучении преподаватель уже не имеет прямого контроля над процессом обучения, а выступает уже как направляющий, ну, то есть как инструктор этого процесса. Таким образом, как бы меняется не только роль студента, но и кардинально меняется роль вообще преподавателя во всем этом процессе. Так вот, неготовность к смене роли с пассивной на активную можно было наблюдать у большинства студентов отделения русского языка и литературы Анкарского университета. Роль студента в процессе обучения – это, конечно же, многоаспектный фактор, который определяется как индивидуальными, так и социокультурными особенностями. Говоря о социокультурных особенностях Турции, следует отметить традиционную социоцентричность и, как следствие, относительно пассивную поведенческую позицию. Таким образом, изменение роли студента в онлайн-формате по отношению, вот изменение роли студента, турецкого студента вот, в онлайн-формате, это не только изменение формы обучения и роли студента, это изменение еще и индивидуальных поведенческих особенностей человека. То есть это очень как бы такая проблема достаточно сложная. Но в этот момент можно было отметить повышенный уровень стресса, ну или тревожности, да, и можно было наблюдать, что студент обеспокоен как ситуацией в целом, так и будущим. Он был также очень обеспокоен результатами экзаменов. Так вот, это наблюдение, мое личное наблюдение, отчасти подтверждается и результатами исследования, которое было проведено в другом турецком университете, а именно в университете Памуккале. В этом исследовании принимало участие 500 студентов, студентов из разных факультетов. Так вот, здесь можно было заметить следующую тенденцию. 38% опрошенных студентов считают онлайн-формат непригодным для получения образования в целом. 12,8% считают домашнее задание, полученное в процессе онлайн-формате, чрезмерным. 10% заявили о невозможности получить доступ к информации для выполнения самостоятельной работы. Помимо этого, повышенный стресс в связи с обеспокоенностью за неудачу на экзамене был выявлен 4%. Повышенный стресс от ответственности за обучение у 3,5%. Повышенную агрессивность в собственном поведении отметили 3,2% опрошенных. Вообще можно предположить, что подобный опрос среди студентов языковых факультетов показал бы еще более высокие проценты. Подобное предположение подтверждается исследованием в области онлайн-обучения языка, согласно которым среди всех учебных дисциплин именно языковое обучение онлайн является наименее продуктивным. С переводом в онлайн-формат практически вдвое снизилась посещаемость студентов виртуальных классов. Извините, что перебиваю, у вас минуточка. Да. Хорошо, да, я очень-очень-очень быстро. Да. Так,
хорошо. Так, да. Так вот, да, после того, как мы перешли в онлайн-формат, я хотела бы, да, непосредственно просто уже о практике заговорить, да. То есть, ну, посещаемость сократилась вдвое, да. Среди опроса, проведенного опроса, студенты приводили следующие причины: слабое качество интернет-связи и отсутствие интернет-связи, отсутствие отдельного помещения для подключения к виртуальному классу, отсутствие доступа к учебным материалам и возможность посмотреть урок в записи, а также отмена обязательной посещаемости. Я думаю, что два последних пункта, их стоит немножко более детально объяснить, потому что они как бы выбиваются из общей тенденции, да. Так вот, согласно принятому Сенатом Анкарского университета решению, все уроки должны были быть записаны, то есть зарегистрированы. Таким образом, в виртуальном классе содержатся, и сегодня содержатся записи уроков, которые студенты могут просматривать желаемое количество раз и в любое удобное время. Так вот, интересный момент, что анализ просмотров за последний год, вот за весь этот период вынужденного перехода в онлайн-формат, показал, что несмотря на то, что посещаемость резко сократилась, за год уровень просмотров увеличился многократно и сегодня достигает 90%. То есть студенты, несмотря на то, что они не приходят в класс, они все равно просматривают записи уроков. Но та же тенденция наблюдается и с выполнением домашнего задания. Если год назад, когда мы только перешли в онлайн-формат, домашнее задание практически не выполнялось, сегодня студенты выработали тактику, и уже можно говорить о том, что здесь уже какие-то подвижки. Но следует отметить также, что изменилась и стратегия поведения самих преподавателей, конечно же, и всячески пытаются, всячески используются ресурсы внешней мотивации, ну, в частности, конечно же, надбавка баллов за выполнение того или иного задания. Несмотря на то, что увеличение количества просмотров записей, уроков и выполненного домашнего задания заметно радует и является показателем начала формирования сознательного поведения у студентов по отношению к онлайн-формату, вопрос о развитии полной языковой компетенции все еще остается открытым. И буквально, вот совсем я как вывод просто скажу, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что вынужденный переход очного обучения русскому языку в онлайн-формат показал неготовность студентов к активной роли в обучении, показал резкое падение мотивации, показал, естественно, параллельно падению мотивации происходило, конечно же, повышение уровня тревожности и стресса. При этом по истечении двух семестров студенты начали вырабатывать сознательную стратегию поведения в учебе, но при этом все же все еще отдают предпочтение дистанционной форме обучения, а не онлайн-формату, то есть асинхронному обучению, а не синхронному обучению. Ну, наверное, это все. Благодарю за внимание. Спасибо большое, очень интересно, и что особенно ценно, так это то, что мы можем сравнить опыт разных стран. Вот могу сказать, что у нас, например, наоборот, посещаемость увеличилась во время пандемии и была близка к 100%, но у нас уроки не записывали, единственное, что да. Еще один маленький момент, да, да. Еще один маленький момент. Дело в том, что в связи вот с юридической формой перехода, вынужденного перехода в онлайн-формат, было отменено обязательное посещение, то есть регуляция обязательного посещения уроков, она была полностью пересмотрена, но в связи, конечно, с разными техническими возможностями у разной группы студентов. И, конечно же, это еще и связано с тем, что ситуация просто действительно у многих была совершенно сложной,
И поэтому в этом плане, конечно, вот эти два момента существования, как бы наличие записанных уроков и необязательность посещения, они, конечно, меняли вообще вот отношение студентов к онлайн-формату. Ну, Маша, как всегда, административный ресурс сыграл свою роль. Спасибо еще раз большое. Какие-нибудь есть еще вопросы, коллеги? Можно еще вопрос? Вот при необязательном посещении, вот если ваши студенты, да, вот могут не посещать занятия, а занятия записываются, вот, во-первых, какой приблизительно процент непосещаемых, не посещающих занятия, прошу прощения, а второй момент, который меня смутил, а если, допустим, в аудитории там два человека, преподаватель русского языка как иностранного и студент, то снижаются ли коммуникативные характеристики даже в записи, что может подчеркнуть студент от такого урока? Спасибо большое. Да, конечно, смотрите, дело в том, что здесь несколько моментов. Если говорить о посещаемости, я могу сказать, что посещаемость, средняя посещаемость вот за весь период пандемии была средняя порядка 30%. То есть она менялась, очень низкая посещаемость. Это раз. Вторая, вот тот момент, что вы входите в виртуальный класс, а в виртуальном классе никого нет. Да? Правильно я понимаю? Или очень да, мало. Да, я именно это веду. Простите, что я как-то включила. Ну, вы знаете, к сожалению, у меня такого опыта не было, да, что вот я зашла в класс, и никого нет в классе, но регуляция правил, вот связанных с онлайн-обучением, вынуждает преподавателя вести урок даже вот в таких условиях с минимальным наличием студентов. То есть, да, то есть, здесь как бы просто вот нормативные акты, которые существуют, они как бы вот доминируют, будем так сказать. Спасибо большое. Спасибо. Если нет больше текущих вопросов, мы берем время на то, чтобы информация улеглась в сознание. И у нас мы не видим следующего докладчика из Египта, поэтому, если вдруг, но пока я не вижу его среди участников, соответственно, поэтому мы передаем слово Мизроповой Ольге Михайловне из Университета штата Айова. Чтение вводного онлайн-курса русского языка и культуры для большого числа слушателей. Реализация, стратегия и вызовы. Спасибо большое. Thank you to the conference organizers for this wonderful, for bringing together this wonderful international group of scholars. It's a real pleasure. Спасибо большое. Во-первых, хочу поблагодарить за эту замечательную международную конференцию. И хочу рассказать вам об этом курсе, который я веду уже где-то 6-7 лет. И хочу рассказать, как эта программа работает. Я думаю, что вы более или менее представляете, где находится штат Айова, но все равно показываю вам карту Соединенных Штатов между штатами Иллинойс и Миннесота, Небраска и Южная Дакота. Это Средний Запад Америки, и это довольно большая группа штатов, и очень много студентов в университете Айова из самых разных стран. Вы видите здесь историю университета, несколько ключевых моментов, когда он был основан, и сколько студентов поступили в 2020 году. Мы начинали, так сказать, с гораздо меньших цифр. Конечно, это результат вот его развития на протяжении этих лет, когда все больше разных программ преподавалось. И хочу сказать, что есть самые разные факультеты в нашем университете. Вы видите, здесь преподаются и различные естественные науки, технологии, есть и бизнес-курс, сельское хозяйство и
различные науки, необходимые для понимания жизни природы, то, что связано с человеком, различные дизайнерские программы, ветеринария и так далее. И вы, возможно, слышали, что когда Хрущев приезжал в Соединенные Штаты, и он посетил штат Айова, он побывал здесь в университете Айова. Ну, вот это вот то самое место, где Хрущев побывал в 50-е, 60-х годах. Итак, хочу сказать, что в Соединенных Штатах общенациональная тенденция состоит в развитии образования онлайн. Это буквально такой вот взрывообразный рост предлагаемых университетами Соединенных Штатов курсов за последние годы. И где-то около 70% различных университетов Соединенных Штатов сейчас считают, что образование онлайн – это жизненно важная для них стратегия. И в 2017 году где-то около трети всех студентов Соединенных Штатов, по крайней мере, один курс изучали в режиме онлайн. И я поэтому начала тоже, вот примерно в этот период, я уже говорила, что 6-7 лет я занимаюсь преподаванием этого курса, и вот именно как раз в 2017 году, то есть еще до пандемии, эта тенденция развивалась. Около 33%, практически вообще треть Соединенных Штатов, по крайней мере, один курс изучают в режиме онлайн. И эта, так сказать, цифра, в общем, динамично растет. Вы видите цифры за 15-16 год на слайде. И несмотря на то, что мы преподаем и в режиме онлайн, у нас есть и традиционные курсы, и это синхронные такие методы обучения лицом к лицу, так сказать, когда встречаются преподаватель и студенты. И есть, кроме того, полностью онлайн-классы и синхронные, и асинхронные, и есть такие гибридные формы. И то же самое происходит при преподавании русского языка, в частности, или предметов, связанных с русской культурой, введением в русскую культуру и так далее. И, конечно, синхронное обучение происходит в реальном времени в соответствии с тем, какое расписание есть, а синхронное здесь могут быть варианты. Программа изучения предметов, связанных с Россией в университете штата Айова такая. Активно эти программы начали развиваться в онлайн-образовании, начиная с 2016 года. И очень до этого все программы были, так сказать, только в, ну, как бы в очном обучении. И вот то, что мы ввели в 2016 году, это шедевр российской литературы, российские и советские сказки, голос женщин в российской культуре, введение в российское общество и культуру. И целями создания этих асинхронных онлайновых курсов состояли в том, чтобы расширить и диверсифицировать аудиторию, с которой мы вступаем в контакт. То есть это не традиционное обучение. Мы, в частности, это те, кто работает уже, но хотел бы, тем не менее, продолжить свое образование. Это, кроме того, многие студенты, у которых есть какие-то недостаточно, может быть, времени для того, чтобы учиться очно в университете, которые, тем не менее, хотят заниматься какими-то стажировками, хотят учиться за границей. Кроме того, многие студенты, изучающие иностранные языки, интересуются российской культурой и, так сказать, вот посещают такие курсы. Чтобы дать вам представить, каким образом мы это делаем, хочу вот показать несколько тенденций. Испанский, конечно, очень популярен, и вы видите, зеленой чертой отмечен он.
другие языки, китайский, французский, немецкий, более или менее одинаково динамика развития шла по количеству. Ну, я думаю, что о пандемии, о годах пандемии мы не будем говорить, потому что там просто может быть совершенно иная динамика. А вот что касается российского, что касается курса, связанного с Россией, то вы видите, что все больше и больше студентов стали проявлять интересы к этим программам. Вы видите, начиналось с достаточно низкого уровня, то есть меньше 1000 студентов, а сейчас практически это где-то приближается к 4000. Интерес к изучению российского языка, по крайней мере, на каком-то элементарном, начальном уровне, значительно вырос. И у нас одни сейчас из самых больших групп студентов. И вот самый старый, так сказать, и успешный курс – это курс, связанный с введением в российскую культуру. И вот здесь очень растет количество студентов, и они занимаются в онлайн-формате, и это асинхронный курс. У нас обычно бывает достаточно много студентов вот в класс, в аудитории. У нас есть где-то около 500 студентов, вот было весной 2020 года. Ну, если сравнивать с численностью студентов в университете, это, конечно, процент не такой большой, но, тем не менее, это все-таки заметно. И я бы сказала, что в значительной степени вот интерес к нашим курсам, связанным с Россией, увеличился именно благодаря онлайн-курсам, потому что я в какой-то степени, так сказать, можно сказать, что это связано с тем, что с 2016 года я предлагаю этот курс, и он уже имеет такую положительную репутацию, и уровень удовлетворенности студентов курсом очень высокий, оценки высокие, когда мы спрашиваем студентов. Тема достаточно общая, она интересна многим студентам. Многие очень из тех, кто занимается дизайнерской деятельностью, занимаются этим. Им тоже это кажется очень интересным. Ну и, так сказать, другие группы студентов. Все это мы делаем при помощи системы Canvas, которая является системой управления процессом обучение в режиме онлайн, интуитивная, гибкая, очень простая для использования, и там есть различные модули, это все очень хорошо структурировано. И вот вы видите здесь представлены эти различные модули, которые, так сказать, говорят о разных эпохах российской жизни, история, общественная жизнь и так далее. И здесь очень важно, что соблюдается, это последовательность представления этих модулей. И, с другой стороны, есть определенное разнообразие в каждом из модулей. И здесь мы уделяем очень большое внимание деятельности, центром которой являются студенты, его интересы. И поэтому мы создаем какие-то интеллектуальные вызовы для студентов с тем, чтобы им было интересно, чтобы у них появлялось желание решить проблемы. Курсы должны быть разнообразными и достаточно привлекательными и увлекательными. И самые разные используются материалы для обучения. Это и главы книг, это и списки, это и статьи. Нет какой-то определенной книги, одного учебника. Используются онлайн-источники, мультимедийные архивы, например, 17 мгновений советской истории. Используются подкасты и так далее. Используются документальные фильмы и самые разные.
они сопровождаются какими-то комментариями вместо традиционных лекций. И вы видите, здесь перечислены фильмы, документальные, а также некоторые художественные, например, «Стиляги». Вот этот курс, который мы назвали «17 мгновений советской истории». И опять здесь мы используем мультимедийную платформу, и вы можете, что здесь многое, что может привлечь студентов, там и музыка, и какие-то тексты. Опять, чтобы дать вам представление о том, каким мы, образом мы решаем какие-то наши проблемы, вот, например, когда нужно, чтобы студенты между собой общались, мы создаем такую вот панель для дискуссий, и я также внесла сюда, в эту деятельность, и некоторые синхронные виды деятельности. Вот, допустим, у нас есть какие-то приглашенные выступающие, мы вот очень часто смотрим на какие-то примеры современных видов искусства, которые существуют в России. Они подают какие-то свои выполненные работы, в результате они получают некоторые призы. Когда это дискуссионное занятие, то вот просим высказать свое мнение по какой-то теме. И это помогает в какой-то степени вот преодолеть такую изоляцию, в которой студенты оказались. И обычно где-то раз в две недели мы проводим такую встречу с тьютором в видео, и в частности мы показываем студентам что-то, когда, допустим, они смотрят художественные фильмы с субтитрами, то есть это что-то, что дает им чувство аутентичного такого материала. И вы видите, что студенты очень высоко оценивают курс, очень высокие оценки дают, и вот вы видите, что если сравнить со средней оценкой по каким-то вот кафедрам или подразделениям, по курсам, связанным с Россией, более высокая оценка. А вот здесь это, так сказать, была оценка, так сказать, вот, ну, мы можем высказать удовлетворение тем, как нас оценивают. Thank you. Thank you, colleagues. I can't... here we are. Спасибо большое. Очень интересно, особенно с учетом того, что, как выясняется, онлайн-технологии существовали и до эпохи ковида, поэтому нам стоит думать о том, что они будут существовать и после эпохи ковида, да, в постковидную эпоху. Поэтому теперь, видимо, это наше... мы уже никуда не денемся от новых технологий, от новых тенденций, и единственное, что нам придется делать, так это приспосабливаться и выяснять наиболее оптимальные, наиболее приемлемые средства интеграции традиционного образования, которое обеспечивает person-to-person личностную коммуникацию, с вот новыми онлайн-технологиями, которые предполагают и возможность индивидуального обучения, создания каких-то индивидуальных траекторий обучения для слушателей, но также и возможность новых форм общение с преподавателем, между преподавателем и студентом. Зачастую это может и способствовать более эффективному учебному процессу. Соответственно, следующий доклад, который мы сегодня будем рады услышать, это Kolln-метод в начальной подготовке учителей, вызовы и возможности в условиях пандемии после нее. Госпожа Арабелла из Федерального университета Флуминесе, Бразилия.
dear Cynthia, we are glad to give you the floor. Thank you so much for joining us. Пожалуйста, слово предоставляется вам. Спасибо, добрый день. Я постараюсь продемонстрировать вам экран замечательно. Это, кажется, уже получилось. И я хочу вам сказать, что мой университет находится в Рио-де-Жанейро, и я преподаю на филологическом факультете, и я хотела бы рассказать об использовании цифровых технологий в современной практике, как о неотъемлемой части нашего учебного процесса. И многие преподаватели языка, те, кто осуществляют образовательные программы в этой области, пока эти технологии не используют в своих программах. Но пандемия COVID показала, что срочно необходимо осуществить подготовку преподавателей к использованию таких технологий, которые помогают обучению в самых различных форматах – смешанном, очном и онлайн. И в Бразилии эти технологии раньше не встраивались в наш образовательный процесс, не предусматривались программами. И студенты могли очень долгое время обучаться для того, чтобы стать, допустим, преподавателями языка, и все эти новейшие технологии не использовалось. Не было никакого опыта в использовании этих новых, в том числе цифровых технологий для их обучения. А затем пришла пандемия, и она создала огромные проблемы, и мы поняли, что надо очень серьезно переосмыслить то, что мы делаем. Да, у нас действительно было достаточно много проблем с доступом студентов к интернету, но в то же самое время пандемия подчеркнула, выявила не только эти проблемы, но и то, что очень многие преподаватели были не готовы к тому, чтобы переходить на онлайн-технологии и вот участвовать как-то в этом онлайн-формате, а также в смешанном формате обучения, который стал очень популярен. Я осуществляла свое исследование в Нитерое. Это город, который находится недалеко от Рио-де-Жанейро. Это такой знаменитый открыточный, наверное, вид. Многие его знают. И Нитерое находится вот по правую сторону на этой фотографии. Итак. Я начала работать на филологическом факультете в 2017 году, и у нас появилась новая элективная дисциплина по выбору, связанная с преподаванием языков, и за три года преподавания, с 17 по 19 год, я создала три новых курса для студентов, для тех, кто хотел преподавать в дальнейшей жизни иностранный язык. Видите, здесь перечислено несколько иностранных языков. В основном это были английский, итальянский, португальский, испанский, латынь и немецкий язык. На этом курсе мы использовали смешанный формат, гибридный формат обучения, то есть у нас были как офлайн так занятия, так и несколько занятий онлайн. Это был как отдельный аспект в нашей программе. И здесь мы впервые пробировали такие цифровые технологии для преподавания языков и пришли к выводу о том, что технологии помогают в определенном, помогает обычному формату, офлайн-формату.
Что касается основных целей моего исследования, то они состояли в том, чтобы изучить, насколько хорошо знакомы студенты и преподаватели с КОЛ-методами в университете, и изучить, каким образом цифровые технологии меняют формат, вот этот цифровой формат, как он меняет сами методики преподавания языков. В Бразилии, как вы знаете, пандемия бушевала достаточно сурово, и 16 марта были закрыты практически все школы, и многие ученики и многие студенты, к сожалению, вообще не имели доступа к интернету. Это лишний раз подчеркнуло те социально-экономические проблемы неравенства, которые существуют в нашей стране. Было дано и было с началом пандемии на адаптацию школам предоставлено время, и в школах и университетах это были разные периоды от 2 недель до шести месяцев, до полугода, для того, чтобы студенты хотя бы минимально освоили какие-то технологии, которые позволяли бы им обучаться онлайн. И безусловно, между частным сектором, который немедленно перешел в онлайн-формат, и государственным сектором, государственными институтами возникло очень большое расхождение с точки зрения освоения вот этих технологий. Кроме того, у нас возникло очень много технических проблем, связанных с удаленным обучением. Они были связаны, во-первых, с недостатком инструментария как для преподавателей, так и для студентов. Зачастую нам не хватало даже каких-то устройств для доступа в интернет или каких-то программ для обучения. А вторая проблема была связана с недостатком подготовки преподавателя к их использованию. Итак, я решила в своем исследовании выяснить на основе кейс-стади. Я отправила имейлы 26 студентам, которые изучали как раз вот этот курс обучения иностранным языкам, то есть как преподаватели иностранных, будущие преподаватели иностранных языков, и я задала им вопрос, каким образом вы справляетесь с этими нынешними вызовами, как вам переход в онлайн. Я хотела понять, каким образом поменялся их опыт преподавания, их практика преподавания в марте-апреле 2020 года во время пандемии. И мне ответили 6 преподавателей. Они преподают в самых разных контекстах, и это были государственные, частные школы, начальные и средние школы, частные языковые, лицеи и университета. То есть это были совершенно разные учебные заведения, которые они представляли. Итак, каковы были основные результаты моего исследования? Во-первых, они совершенно в разных условиях перешли на этот онлайн-формат образования. Самое важное, что вот это удаленное образование, оно как бы дублировало, было очень похоже на офлайн формат. То есть фактически все то же самое, что было в офлайн формате, было автоматически скалькировано на онлайн формат. То есть мы просто перешли на те платформы, которые позволяли общаться онлайн. Далее была отмечена разница между платными и бесплатными технологиями. Очень многие образовательные институты просто не смогли предложить какие-то платные технологии. А в каких-то университетах можно было использовать платные технологии. И очень многие учителя именно выбрали бесплатный вариант. А кто-то платил за свою версию Zoom самостоятельно, потому что институт в большинстве случаев не оплачивал эту подписку каждый месяц. Кроме того, я выяснила в своем исследовании, что преподаватели очень были мало знакомы с принципами образования онлайн в цифровой среде. Кроме того,
существенная разница была выявлена между разными институтами. Что касается, например, языковых лицеев, то в некоторых школах уже использовались цифровые технологии в преподавании, и этот подход был гораздо проще, переход на цифровизацию в этот раз во время пандемии, потому что они получали дополнительную поддержку и проводились какие-то курсы переподготовки для пользования всеми этими цифровыми средствами в рамках их собственных школ. Что касается тех школ, тех преподавателей, которые не пользовались до этого онлайн-форматами обучения до пандемии, они оказались совершенно в другой ситуации, они чувствовали, как будто они предоставлены сами себе, у них не было никакой поддержки со стороны руководства, они не получали никаких инструкций, и никакие для них специально курсы по переходу в цифровой формат тоже не проводились. А, наконец, что касается обычных школ, то все выглядело, ситуация еще хуже, потому что преподаватели были совершенно не готовы к ситуации ковида и к цифровизации. Они не проходили никаких специальных курсов, и все решения принимались по вертикальному принципу, в том смысле, что им просто спускали какие-то инструкции сверху, то есть они не могли высказать никаких своих пожеланий по поводу перехода в цифровой формат. Ну, здесь вы видите таблицу по результатам моего опроса. Преподаватели, одни и те же преподаватели зачастую преподавали в разных школах, в разных образовательных учреждениях. Это связано с тем, что таким образом они получают источник дополнительного дохода. Например, один из преподавателей, он вел занятия в государственной школе, в подготовительных классах и в разных частных школах, а вот последние три преподавателя, они вели занятия и ведут занятия исключительно в языковых лицеях, и у них, соответственно, отличается тоже их опыт. Так, еще один из запрошенных, он преподавал не только в языковом лицее, но и в университете, то есть у него было уже достаточно много преподавательского опыта. Теперь, что касается конкретных впечатлений, я здесь выделила, процитировала некоторые высказывания преподавателей. И здесь вы видите, что один из преподавателей здесь, который преподавал в начальной школе, у них вообще не было никакого специального цифрового инструментария, который школа могла бы им предложить. То есть преподаватели должны были сами придумать, каким образом им записывать свои занятия. Хотя они на самом деле вообще не знали, какие бывают в принципе эти онлайн-программы. И эта преподавательница конкретно, о которой я сейчас говорю, она примерно знала, какие бывают опции, потому что она в школе на самом деле уже проходила какой-то курс по выбору, элективный курс, поэтому она предложила своим коллегам некоторую помощь и поддержку, и которой они с удовольствием воспользовались. И она пишет, что мы проводили онлайн-встречи для того, чтобы прояснить какие-то важные моменты, связанные с преподаванием онлайн. Теперь, что касается выводов, очень многие преподаватели почувствовали себя более уверенными, когда они, в общем, смогли воспользоваться, когда они научились пользоваться этими колл-технологиями. Они поняли, что у них есть огромный выбор разных цифровых инструментов, и они также поделились своими соображениями о том, каким образом лучше использовать эти инструменты. Кроме того, я спрашивала в своем опросе по поводу своих каких-то впечатлений от дистанционного образования, и они сказали, они все ответили, что почувствовали какой-то дискомфорт,
И главный вызов, с которым преподаватели сталкивались во время образования, это было связано с тем, что их специально не готовили, что их не обучали специально, каким образом пользоваться этими онлайн-технологиями. Вот здесь вы видите еще один отзыв, и преподаватель пишет, что после вот этого онлайн-образования, после вот этой цифровизации я стал гораздо более уверенным в использовании этих цифровых инструментов. Теперь, если говорить о возможностях, которые были предоставлены вот этим курсом, дисциплины, которые преподаватели посещали, все преподаватели упомянули, что данная дисциплина крайне актуальна с точки зрения интеграции цифровых технологий в удаленное образование во время пандемии, что подчеркнуло необходимость знания различных платформ и цифровых инструментов. Что касается вызовов, которые были упомянуты, это проблемы с подсоединением к интернету, недостаток поддержки или специальных курсов переподготовки и недостаток доступа к адекватным платформам. Что касается Zoom, например, вот одна из преподавательниц сказала, что она пользуется бесплатной версией Zoom, через 40 минут эта сессия заканчивается, и ей приходится снова открывать новую, и это было очень неудобно, потому что студенты очень часто после того, как они вылетели с конференции через 40 минут, они потом просто не возвращаются, им это неинтересно. Итак, каким образом, какие же нам найти решения? Это должны быть какие-то очень креативные решения, и главное, мне кажется, что мы должны перейти к достаточно активным действиям, мы должны полностью пересмотреть наши учебные программы и конкретные практические приемы в образовании, в обучении преподавателей языка, основываясь на последних достижениях в этой области, на последних исследованиях. Кроме того, мы должны переосмыслить роль цифровых технологий в образовании, и мы должны развивать и постоянно интегрировать в нашу практику ежедневное преподавание как офлайн, так и онлайн и гибридные технологии образования. Здесь вы видите список литературы, который я использовала, и спасибо вам большое за внимание. Большое спасибо, Синтия. У нас есть вопрос, насколько, какой длинный был курс? So how long was the course? Do you feel everything accepted? Какой был длинный этот курс? Как вы считаете, вот в какой степени действительно цифровое обучение? Да, еще раз повторите, пожалуйста. Насколько длинным был ваш курс и как вы считаете, насколько, чему удалось научить преподавателей, насколько они освоили цифровые технологии? Курс длился один семестр. Большинство студентов, то есть они же преподаватели языков, они сказали, что им все очень понравилось. Единственное, что они хотели бы побольше занятий. И обычно я выбираю несколько цифровых технологий, несколько инструментов, которые можно использовать в обучении разным иностранным языкам. И я предупреждаю всех, что это курс, который основан не только на использовании цифровых технологий. Я делюсь теоретическими какими-то концептуальными основами использования технологий. Я показываю им, что не все процессы, не все проблемы можно решить при помощи технологий. И, на мой взгляд, должно быть больше времени все-таки на освоение этой новой программы. И все эти дисциплины, на мой взгляд,
во всех дисциплинах, которые сейчас преподаются, должен быть все-таки вот этот цифровой компонент. То есть одного только, одной цифровизации в иностранных языках этого недостаточно. Есть ли вопросы? Да, Синтия, большое спасибо вам за преподавание, за ваш рассказ, за вашу презентацию и за те выводы, которыми вы поделились. И я хотела бы узнать, может быть, вы порекомендовали какие-то конкретные цифровые инструменты, платформы, которые могли бы пригодиться в использовании иностранного языка. Может быть, это какие-то коллективные инструменты, которыми можно вместе пользоваться студентом. Мы очень много фокусируемся на так называемых навыках 21 века, включая креативность, развитие критического мышления, социальных навыков. И мне кажется, очень важно то, что мы, например, создаем какие-то совместные задания, совместные проекты, например, Google Classroom, мы какие-то делаем совместные задания, также мы используем систему управления обучением, и во всех наших, во всех цифровых платформах мы предлагаем студентам оставлять комментарии, что, в общем-то, помогает им делиться своими мыслями. И я очень часто использую такие веб-квесты в своих проектах, которые они используют очень достаточно активно в своих проектах. Они могут выбрать те вообще инструменты цифровые, которые им больше нравятся. Я показываю, и кроме того, я показываю им, как создавать свои цифровые портфолио онлайн, чтобы они могли сами решать, какие цифровые навыки они могут развивать. Есть ли еще какие-то вопросы? Большое спасибо, Синтия. И последний на сегодня последний на сегодня доклад, который мы заслушаем. Андрагогические принципы в организации онлайн-обучения профессиональному иностранному языку в высшей школе. Наталья Александровна, передаю вам слово. Спасибо, презентацию видно? Да, все в порядке. Ага, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Андрагогические принципы в организации онлайн-обучения профессиональному иностранному языку в высшей школе». Мы будем говорить об обучении взрослых людей, об образовательных стандартах, которые реализуются у нас в Владимирском филиале финансового университета. Это и федеральные образовательные стандарты, и стандарты самого высшего университета, высшего образовательного заведения. Эти стандарты предусматривают такие условия учебно-воспитательного процесса, в котором студенты первого-второго курсов не языковых специальностей заочного и вечернего отделений имеют возможность изучить иностранный язык для межличностного общения и учебной деятельности, а также для осуществления профессиональной коммуникации, может быть, даже исследовательской деятельности, и в том числе в иноязычной среде. Но, конечно, нам нужно учитывать социально-психологические особенности данной целевой аудитории, поскольку это в первую очередь возраст студенческой аудитории от 17 до 45 лет. И нужно сказать, что все остальные установки, то есть сознательность, мотивация, целеустремленность, инициативность и так далее, они, в общем-то, усиливаются в прямой зависимости от увеличения возраста. Но, тем не менее, согласно опросам, которые мы проводим для диагностики уровня сформированности, психологической готовности к изучению иностранного языка у взрослой аудитории, при поступлении на программу обучения в нашем филиале, нужно сказать, что он сравнительно небольшой.
мы не можем игнорировать некоторые факторы, которые выступают в роли очевидных барьеров на пути к усвоению иностранного языка в условиях вуза. Опрос, так сложилось, что вот в нашем финансовом университете, в филиале, занимаюсь заочным образованием и вечерними занятиями я. И мне было интересно провести этот опрос в связи с пандемией в том числе. В этом опросе участвовало 120 человек, это студенты первого-второго курсов, которые изучают профессиональный иностранный язык согласно учебному плану образовательной программы. И что удалось выявить? В нашей классификации представлено 5 основных барьеров. Это физиологический, эмоциональный барьер, стереотипный барьер, барьер социальных обязанностей и территориальный барьер. Ну, давайте расшифруем. Физиологический барьер связан с объективно меньшей способностью мозга усваивать иностранный код в связи с возрастными изменениями, ухудшением памяти, восприятием, усвоением информации зрительной на слух. Эмоциональный барьер заставляет взрослых студентов очень остро воспринимать свои неудачи в учебном процессе. То есть они чувствуют себя не в своей тарелке, они смущаются, боятся показаться смешным, вообще боятся сделать ошибку на иностранном языке. Стереотипный барьер, как вы видели, он дал наибольший процент, да, среди опрошенных студентов. Многие студенты, ну, как бы сказать, пугаются современных коммуникативных методов обучения в различных жизненных ситуациях. То есть взрослые более комфортно себя ощущают в привычной грамматико-переводческой модальности. То есть когда вот они просто переводят текст, читают, переводят и выполняют какие-то грамматические задания. Далее мы видим барьер социальных обязанностей. В основном это, конечно, время, которое не хватает, которого им не хватает в связи с бытовыми своими условиями на то, чтобы осваивать язык. И территориальный барьер, он связан с тем, что большинство взрослых студентов заочного вечернего отделения у нас являются иногородними резидентами, и поэтому они не могут участвовать в очных сессиях процесса обучения. В общем-то, эта классификация представляет барьеры со стороны целевого слушателя. Но в своей практике я столкнулась еще с такими барьерами со стороны преподавания. Это численный барьер, когда количество студентов в группе достигает чуть ли не 40 студентов. И в этом смысле мы столкнулись, опять же, с проблемой платформы предоставления, да, онлайн-обучения, потому что в Zoom, вот коллеги тоже говорили, да, ограниченное количество времени в Zoom, чтобы перерегистрироваться всем участникам этого процесса. Поэтому мы, вот, например, вернулись к старому доброму Skype. Вот. И еще был такой барьер вот, тематического планирования в программе дисциплины, потому что все, конечно, зависит от того, условно, с какими студентами мы работаем, то есть насколько уровень подготовки да, у этих студентов, ну, скажем так, располагает к тому, чтобы мы давали им эти темы. То есть фактически, в буквальном смысле слова, приходилось адаптировать вот эту тематику дисциплины к тем студентам, которые пришли заниматься. Итак, мы в этом смысле говорим об андрагогике. Это наука, которая занимается разработкой, внедрением инновационных моделей обучения в аудитории, во взрослой аудитории. И здесь самый главный принцип – это доминирование воли взрослого обучаемого, который, в свою очередь, воспринимает преподавателя как консультанта. И, в общем-то, все принципы, которые здесь изложены на сайте, они подчинены вот этой вот доминанте. Значит, что, каким выводом мы пришли в связи с пандемией, да, и общим переходом на онлайн-обучение? Дело в том, что обнаружились некоторые факторы, которые оказались способными снять многие вот из тех барьеров, которые мы определили при опросе в обучении взрослой аудитории. И удалось некоторым образом перенести акцент на ключевые андрагогические принципы для решения вопросов, связанных с непосредственным изучением и усвоением иностранного языка в условиях организации учебного процесса. Итак, дистанционный формат обучения заметно снизился
снизил территориальный барьер и барьер социальных обязанностей. Студенты утверждают, что они имеют возможность свободного подключения к онлайн-занятиям. Это решает во многом вопрос с целеполаганием, ожидаемыми результатами от процесса обучения, поскольку они как бы не имеют проблем с посещением занятий. Также у нас наблюдается снижение физиологического барьера, эмоционального барьера. В общем-то, следствием этого является усиление принципа индивидуализации обучения. Ну, как бы я это объяснила? Скорее всего, здесь как бы не нарушается психофизиологический фон вот самого индивида. Он остается, ну, как бы сказать, за кадром группового общения на иностранном языке, и он, возможно, спокойнее воспринимает вот эти свои ошибки психологические, да, промахи, и мотивирует себя к тому, чтобы попробовать еще раз проработать там ту или иную коммуникативную задачу. Мы также отмечаем возможность непосредственной визуализации, что немаловажно, визуализация интерактивного материала на ресурсных площадках интернет. И это повышает значимость принципа вот этой коллективной контекстной деятельности студента-преподавателя. У нас это даже обозначило повышение на 8%. И это дает возможность непосредственной апробации получаемых знаний, что тоже является одним из ключевых принципов андрагогики. В этом смысле студенты отмечают особую привлекательность таких интерактивных сервисов, как Quizlet, Memrise, Anki, Learning Apps. Здесь они могут усваивать лексику или грамматические единицы. Также студенты отмечают эффективность технологии грамматических, лексических, фонетических, коммуникативных игр в формате игрового поля. То есть фактически это, ну, по сути, квесты. Их можно найти тоже в открытом доступе на разных интерактивных площадках или сервисах. Наталья Александровна, две минуточки у вас, извините. Хорошо, спасибо. Да, спасибо. И также отмечают популярный метод обработки аутентичной информации социального, делового и профессионального характера на изучаемом языке. Это метод с применением технологии реферирования новостного сообщения. Вот нам очень нравится применять такой метод на открытом портале News and Levels. И на старших курсах у нас очень любят метод проектов, где в малой группе осуществляется такой презентативный способ представления проблемы на изучаемом языке, и в результате происходит такая микродискуссия, да, на языке. Ну и таким образом подобная организация онлайн-обучения взрослых студентов заочного вечернего отделения позволяет активизировать основные андрагогические принципы и снизить влияние ряда барьеров, которые препятствуют процессу мотивированного овладения иностранным языком. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Наталья, есть ли вопросы, коллеги? У меня есть маленький вопрос. Насколько вот на ваш взгляд, то есть я правильно поняла, что вы считаете опыт перехода на онлайн-образование в вот именно в такой взрослой среде вполне успешным? Да, мне показалось, что вот у нас в филиале это возымело действие. То есть если, в общем-то, основной упор был на то, что они могли присутствовать на занятиях. Мне кажется, вот в этом был основной толчок к подъему мотивации. То есть присутствие на занятиях и далее цепочка факторов, которые помогли им как-то вот поднять, что ли, свою мотивацию, да, в освоении иностранного языка. Не кажется ли вам, что данная категория учащихся теперь не захочет возвращаться в очный формат и будет предпочитать онлайн-формат? А вы знаете, у нас так и есть. То есть мы до сих пор со студентами заочного вечернего отделения ведем занятия онлайн. И это всем нравится. И, в общем-то, я думаю, что мы так и будем продолжать. То есть очные студенты у нас учатся очно, а заочники у нас онлайн, на дистанте. Хорошо, спасибо большое. Еще спасибо. Еще есть коллеги? Вот в качестве комментариев
говорят, что все исчерпывающе и полезно. Спасибо большое. Есть ли у кого-то какие-то комментарии, может быть, вопросы к тем докладчикам, которым мы не успели задать вопросы, или они вот возникли в процессе осознания того, что было сказано? Появилось, может быть, у кого-то есть желание из тех, кто слушал, а не выступал. У нас сегодня очень много гостей, не только участники секции, но и участники конференции, которые просто пришли послушать. Это очень приятно. И это показывает, что интерес к информационным технологиям в обучении иностранным языкам очень высок. Мы с этим столкнулись все во всем мире, как показала сегодняшняя работа нашей секции. Может быть, кто-нибудь хочет сказать из участников что-то, тоже поделиться каким-то опытом? У нас есть еще время на это. Да, буквально два слова. То есть очень прекрасное совершенно заседание, очень интересное, и это время не потеряно впустую однозначно, потому что мы прекрасно понимаем, как все коллеги заняты, да, то есть насколько мы загружены. Чтобы найти это время, это требуются большие усилия. И я сегодня получила огромное удовольствие, с большим интересом послушала все доклады. Спасибо большое. То есть, да, все, спасибо. Спасибо большое. Кто-нибудь еще хочет что-нибудь сказать? Ну, я хотела на две минуты взять то же слово и, может быть, подвести краткие итоги. Информационные технологии в обучении иностранным языкам в современном мире играют очень большую роль, потому что мир развивается, и мы сейчас уже без этого, как показывает практика, мы сейчас уже без этого не можем. Вопрос всегда стоял, до какой степени возможно интегрировать информационные технологии, новейшие технологии, в традиционную парадигму обучения. И с большим удивлением, вот и сегодня я получила этому подтверждение, слушая доклады уважаемых участников из других стран, не только из России, но вот по результатам нашей деятельности, российских коллег и коллег в других странах, наверное, можно констатировать, что одной из основных проблем в интеграции информационных цифровых технологий в традиционное обучение стало не как раз технические моменты, а скорее организационные, административные и ментальные, да, то есть вот такая косность в менталитете как учителей с одной стороны, так и обучающихся. И вы видите, как интересно, что в разных странах, в разных институтах, на разных аудиториях где-то больше преподаватели даже были готовы, чем студенты, перейти на новые технологии, использовать новые методики. А где-то, наоборот, преподаватели отставали, а студенты были, они уже хотели, они уже были готовы, и преподавателям пришлось с большим трудом подстраиваться под это. Поэтому, вот как выяснилось, испытание новой действительностью это все равно пришлось проходить людям, а не технологиям как таковым, поскольку технологии нам предоставляют широкий спектр возможностей для того, чтобы сделать обучение, в частности, обучение иностранным языком, более эффективным. И здесь, мне кажется, очень интересный опыт заключается в том, чтобы развести те активности, которые можно отдать учащимся для самостоятельного изучения. Ну, например, наше любимое grammar drilling, да, то есть большое количество грамматических упражнений, которые просто необходимо проделать для того, чтобы автоматизировать навыки в какой-то момент. И больше оставить возможности для коммуникативной деятельности в пределах тех технологий, которые, опять же, предоставляют либо межличностное общение, то есть общение в традиционном офлайн формате, и даже те технологии, которые предоставляют современные цифровые платформы, такие как Zoom, такие как Skype, такие как Google Meet, ну и все возможные другие какие-то кастомные уже продукты, которые использовали каждый университет в своем опыте работы. И, на мой взгляд, это очень интересно,
такой получился глобальный эксперимент до некоторой степени. Вольно или невольно мы все стали его участниками. И результаты этого глобального эксперимента по такому экстренному переходу на онлайн-обучение, на экстренное освоение цифровых технологий, мне кажется, мы будем еще анализировать и пытаться использовать и представлять, в какой степени эффективности мы можем использовать эти технологии еще долгое время. Но представляется, что, тем не менее, все это, вот весь этот опыт и новые технологии, и новые знания, полученные преподавателем, и новые какие-то социальные паттерны поведения, они все-таки послужат for the benefit, да, послужат на благо как обучающимся, так и преподавателям. Но это потребует от нас некоторых усилий. В любом случае, я еще раз благодарю всех участвующих в заседании, в работе нашей секции сегодня. Очень рады вас видеть всех в виртуальных стенах МГИМО. Надеемся, что в следующий раз, на нашей следующей конференции, мы все-таки сможем вас увидеть лично и поприветствовать уже в традиционном формате личного общения. Если у кого-то есть что-то еще, что сказать, то с большим удовольствием предоставлю вам слово. Если нет, то еще раз благодарю, спасибо большое, было очень интересно, и это действительно очень полезно, такого рода общение очень полезно для обмена опытом, для расширения нашего кругозора. Так что всех благодарю за то, что вы нашли время принять участие, послушать и что-то вынести из работы нашей секции. Спасибо. 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 Всем доброго здоровья. До свидания. Mm-hmm.